Завтра пройдет последняя в этом году сессия Верховного Совета. Депутаты снова займутся бюджетом. Эту же тему затронул сегодня на традиционной пресс-конференции спикер парламента Владимир Штыгашев. Однако более детально и весьма незаурядно он прокомментировал тему прошедших выборов. Катерина Ярушина продолжит. Это просели, возможно, народ устал от одних и тех же лиц. И, кстати, ученые подтвердили, что одна и та же морда, если по телевизору будет 10 раз ее посмотришь, на 11-й хочется телевизор выбросить в окно. Каких товарищей по партии конкретно имел в виду спикер парламента, остается догадываться. Кандидатур много и решать окружающим. Сам же, как истинный единорос, он решил лично узнать мнение населения и провел собственный блиц-опрос, после чего понял, почему партии не хватило голосов. И в принципе какой-то ненависти или там абсолютно нет. Действительно, есть элемент усталости, элемент вот такой назойливой, что ли, пропаганды. Вот это. Вам не надоело иногда, вот вы же смотрите, тоже это смотрите, вам же иногда приторно, когда мы летишим, крыльцо там в детсаде сделали, надо ленту разрезать, телевидение, там трубу отремонтировали где-то в разваливающемся клубе, надо опять ленты. Владимир Штыгашев признался, именно поэтому предпочитает лишний раз не мелькать на телеэкранах. Впрочем, он не завидует другим партиям. Почему, ответил, выбор избирателей другой политической силы еще не показатель настоящей гражданской позиции. Но в то же время я, например, нисколько не завидую другим партиям, искренне рад за них, что какая-то часть людей получила их поддержку, их интересов или их программ. Но я хотел тоже бы по-товарищески предупредить. Просто устали люди от «Единой России», и им проголосовать до лампы, до какой. Как бы не хотел спикер парламента лишний раз избежать камер, но придется. Завтра сессия. В повестке 31 вопрос, где главный республиканский бюджет на следующий год. Надо совладать с налогом на доходы физических лиц, отчисления от которого сократятся. Города потеряют 10%, а районы половину привычного дохода. Деньги уйдут в казну субъекта. Абакан лишится, к примеру, 300 миллионов рублей. Республиканская столица в качестве поправки уже попросила увеличить хотя бы наполовину доходную часть за счет НДФЛ. Спикер парламента сомневается, что изменения примут. Катерина Ярушина, Светлана Панина, новости 7 телеканал.